Бывший ректор Российского государственного социального университета, академик Российской академии наук, заслуженный деятель науки Василий Жуков стал жертвой нападения. Двое неизвестных сбитыми напали сегодня, 26 августа утром, на 67-летнего Жукова и его водителя в районе парка «Сокольники» в Москве. Жукову удалось достать травматический пистолет, и он смог выстрелить, чтобы позвать на помощь. Сейчас Жуков находится в больнице. Какова степень тяжести травмы и состояние потерпевшего, неизвестно. По факту данного инцидента возбуждено уголовное дело, а преступников ищут.